Всем привет! Мы снова на рыбалке. Находимся в черте города Москва. Территориально. Туда Хорошовское спрямление, оно перекрыто дамбой, там нет течения. А сюда идет сама речка, она обтекает Серебряный Бор. Вот он у нас за нами находится. Здесь течение сильное уже. А вот с этой стороны у нас сзади алые паруса находятся. На сей подвиг нас сподвигла вчерашняя вечерняя прогулка. Сидят мужики в палатке. Вечером уже темно. И при мне достают на пучок мотыля вот такую вот рыбку. Или такую. Судачок. Я говорю, а как клюет вообще? Он говорит, да сегодня плохо. Я говорю, а можно посмотреть? И он показывает мне вот такую рыбку. Поэтому сегодня решил пройтись, посмотреть, что здесь можно вообще наловить. На вооружение у нас, как всегда, без мотылка. Вот такой вот, такая мормышечка с бусинкой желтой. Посмотрим, что у нас из этого получится. Как известно, без мотылка активный поиск. Продолжаем поиски. Вот спасатели нас сейчас спасать будут. Вот буквально на третьей проводке мы имеем такой экземплярчик. Начало многообещающее. Схватил хорошо, крепко. Хорошенько платочка. Красавчик. Краткий отчетец по рыбалке на Москва-реке закончен. Несколько рыбок поймали, интересно. Все.